Сегодня в областном центре в преддверии Дня города открыли мемориальную доску почетному гражданину Павлодара, отличнику просвещения Республики Казахстан Белялу Шаймарданову. Смотрим далее. Белял Ихсанович много лет проработал учителем математики в Павлодарской школе номер 10 имени Абая, затем инспектором областного и до самой пенсии в областной казахской школе-интернат номер 3. У него трое детей – Галымжан, Жанар и Толеген. Младший из них Толеген считает, что профессия отца-педагог помогла в их воспитании. Мы, как дети учителя, тоже получили очень хорошее воспитание. Стараемся поддерживать только благородное имя нашего отца. Из детей по его стопам пошла наша сестра Жанара. Она закончила Павлодарский педагогический институт, тоже по факультету физики и математики. Старший сын, мой старший брат Галымжан, он работает в связи, тоже имеет свои большие заслуги. Но я пошел по финансам. Белял Шаймарданов подготовил более 2000 выпускников. Некоторые из них пришли почти память своего наставника. Работая учителем математики в школе, в 1986 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Стал лауреатом премии имени Крупской. Имел звание отличник просвещения Республики Казахстан, а также почетный гражданин Павлодара. И чтобы мы с вами смогли продолжить тот путь, который проложил Белял Исмаханович. Чтобы мы с вами сформировали такое поколение, которое также бы прославляло своего педагога своими достижениями. Мы знаем, что заслуга каждого педагога не в его победах, а в победах его учеников, в победах и достижениях тех, кто шел по его пути. Дорогие павлодарцы, с днем города и сегодняшним знаменательным событием! Павлодар қаласының құрметті азаматы Белял Ихсанұлы Шаймарданов арналған естелік мемориалдық тақтаға гүл шоқтарын қою рәсіміне шақырамыз. Помимо учеников Беляла Ихсановича, в церемонии открытия приняли участие его родственники и коллеги по работе. Мурат Ибилмаджит, Алексей Мехедов, и это Сакпарат.